Христос воскресе, люди, мир вам, а мы половим рыбку, оставайтесь с нами. Почином. Ай, прелесть. Да. Иди, дружочек. Ух. Ух какой. Приятно, какие сопротивления. Да. Ну, показывайся. Рано? Ну, поиграй. Повозюкайся. Ух ты. Да. Навозюкался? Ну, вон он. Красотуля. Ну.
Нет, не навозюкал. Ух, испугался. Не бойся. Я сам боюсь. Заходи. Ага. Хорош, дружочек. Давай. Красотуля. Хороший. Продолжаем разговор. На леща. Иди. Долго он принюхивался. Ага. Попробуй, давай, пробуй. Идут. О, без матов. А, красавец. Да. И хвостиком повиляй. Хороший какой. Алёша. Да. Мы не против. Гуляй. Моя-то красота. Ты не возражаешь? Заходи. Моя-то красота. Ну, первый в этом году трофейчик. Ой, какой. Ой, какой. А? Ну, все как положено. Да. Я рад. И каша из него течет наша. Ну что, неплохо я тут забросик смазал. Побольше таких смазов. Продолжаем разговор. На леща. В лед клюнуло. Ага. Да. Тут там, кто там? Тук-тук. Ой, что? Ну? Ну да. Ну-ну. Ну-ну. Ну.
Во! Еще того убрать не успел. Еще того убрать не успел. А тут сразу в лед. Ну, видимо, рыбку стало на точку. Ну да. Ну что, поехали дальше. Клюют в лед. На леща. Ух ты, настрел. Настрел. Непонятно. Но нет, не особо. Ну-ну-ну. Ничего себе. Надавил. И чего? И кто? Ну-ну-ну. Да. Прости. Ох, ох, ох. Ох. Прыжки какие они сегодня. Да. Ух. Ух. Ну. Молодец. Радует. Радует. Благодать. Радует. Так, начинает поддавливать. Ага. Кто идет, идет, потом начинает поддавливать. Да что-то там не особо, кому поддавливать-то было. Ну, о, стрекоза. Да давай. Ай, полетали. Стрекоза. Ух. 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 Ой. Ну да. Нет. Воевать не собираешься? Заходи тогда. Если воевать не собираешься. Я же говорил, что обману тебя. Вот я тебя и обманул. Четыре парша долго ты сосешь. Одного сразу слопал. Ну да. А? Обманулся на одного опарика-то. Ну, кажется, ты чё? Молодцы. Продолжаем разговор. Ветер поднялся.
Ух. Резкий забросик. Ну, клюй. Что-то небольшой. Трепещется. Да. Кормушка полная. О, смаху клюнула. На предложенные соседом макароны. На предложенные соседом макароны. Я их даже садкам носить не успеваю. Густера, однако. Сегодня еще не было густерок. Ну что, пробуем вот таким макарончиком. Клюет. Сейчас еще проверим. А вот и очередной, не очередной, а первый за сегодня активатор клёва. Сейчас пойдет жара. Да. О, клюет. Ух, дружочек. И кто там? Ну? Ух, я ничего не вижу. Ай, я ничего не вижу. Иди-ка сюда. На солнце я тебя не вижу. Вон она, красотуля. Вон. Да, 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 да. Но. Гулёна. Но. Интересно. Ну. Ну хватит. Гулёна. И хватит. Ну да, решили кино поснимать во время твоего отсутствия. Ну, а у тебя кто? Язик. Хороший язик, ну-ка засвети. Просто красивый язик. Непонятно. Сидит. Больно спокойно он там сидит. Спокойно и тяжело, подозрительно. Вот и я об этом. Сейчас он даст дрожда. Но. Ну давай. Не хочешь куркаться, не куркайся.
Мы не обидимся. Эй. Очередной красавец. Очередной красавец. А? Чушуя, как жар горя. Вытащил леща. Только поставил фидер. Кормушка еще полная. Ну да. И непонятно. Ну и шмакодня. А за полной кормушки давил, как будто там лешек полноценный. Полетали. Полетали. А? Шмакодня. Густерка. Еще одна густерка. После перерывчика клев возобновился. Ну а че очень устало? Ну да. Не вижу я. Слепит. Ой, дуплетом. Дуплетом. Одна за одной. Ну, еще густерка. Густерку стало. Во шьют. Продыху не дают. Опять густерка. Похоже. Я ее не вижу. Вроде подлет. Да. Продыху не дают. До сотка дойти не дают. Ну, третья густера. Ну да. Продолжаем разговор. Да. На леща. Очередного. Ну, ветер поднялся, да. Рыб сошел, оставил вот такой натюрморт. Чешую. Сегодня колокола молчат. Служба закончилась 3 часа ночи. Теперь, наверное, только вечером будет. Пасха.
трехочковый. Понятно, что там такой тяжелый. Пакет словил. Да не должно, что-то шевелится. Ну да. Полной кормушкой забагренный подлец. Ну все понятно. О. И забагренный подлец. Даже гусера. За плавник. Ну да. Ну что, рыба клюет на одного парыша. Где парыш-то остался, кот наплакал. Нет, ну это, наверное, не забагренное уже. Это уже что-то реальное. Что-то я подустал. Ну, ну да, неплохо. Эх, тихо, тихо, все уедем. Дружочек, добро пожаловать. Что, на одного парыша и поклевки сдать себя не заставило. Четыре не хочет, на одного клюет. И все-таки зазвонили. Не знаю, завета наверх не слышно. Проверим наш скромный уловчик. Ну,
Ну да. Ну что, закончилась сегодняшняя рыбалка на Москве-реке. Рыбак доволен. Да не рыбалка, а сегодняшним днем. Спасибо всем, кто посмотрел. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылка будет под видео. Как всегда, прыгает человечек. И фото на память. Всем спасибо и до свидания. Еще раз со светлым днем Пасхи.